Междугородняя. Я у вас заказывал Новосибирск 22964. Алло, это Новосибирск? Алло? 22964? Алло? Германа к телефону. Алло? Алло, это Гера? Да, кто говорит? Алло, это Гера? Алло? Здравствуй, Гера, говорит Аркадий. Кто? Аркадий говорит, здравствуй, Гера. Аркадий? Аркадий. Здравствуй, Аркадий! Здравствуй, Гера! Гера, у тебя сегодня день рождения! Здравствуй, Аркадий! Вот, поздравляю тебя! Здравствуй, Аркадий! Что? Здравствуй, Аркадий! А, здравствуй, здравствуй! Поздравляю тебя! Что? Поздравляю тебя! Не понимаю! Я говорю, поздравляю! Передаю по буквам, поздравляю! Первая буква П, Пушкин! Вторая буква О, Ольга. Ольга чудная девочка, чудно учится, перешла в третий класс. Что? Ольга, да? Вот, Ольга. Третья буква З, зоопарк. Что? Зоопарк. Почему? Ну, звери разные. Что? Ну, слон, ну? Не понимаю. Слон с хоботом. Что? Хобот, знаешь, хобот? Не знаю. Вот балда. Что? Кто? Слон кто? Передаю по буквам слон. Первая буква С, Серафима. Вторая буква Л, Лена. Лена? Лена! Здравствуй, Леночка! Леночка, а почему ты мужским голосом говоришь? Что? Я говорю, почему ты мужским голосом говоришь? А каким голосом я должен говорить? Леночка, спасибо за посылку, чудный свитер. Какой Виктор, это Аркадий говорит. Поздравляю тебя, П. Пушкин. О, Ольга, зоопарк «Динамо». Что? «Динамо» – спортивное общество, футбол. «Динамо». Мама в Ярославле. Ой, боже ты мой. Леночка, говорят, ты вышла замуж? Что? Поздравляю тебя, девочка. Не понимаю. Я говорю, поздравляю тебя, ну поздравляю, передаю по буквам. Первая буква П, папаха. Здравствуй. Вторая буква О, Ольга. Сколько? Ольга. Как сколько? Ольга. Колька, я Ольга. Думал, Гера говорит. Колька, Коля, передай Герману, что я его поздравляю. Что? Что? Время кончилось. Коля, Лена, передай моему поздравлению. Все хорошо, не переборачивайся. Вот это поговорили. Ресторан. Сидят два приятеля. Вот я и говорю, Вася. Я и говорю. Трудно. Не хватает. Ну, считай так. Я зарабатываю 1000. Жена 500. Ну, куда это? Приходится экономить. Товарищ официант. Слушай. Будьте любезны. Водочки, значит, будет 2 графинчика. Да. Так. Закусочка будет такая. Балычок. Балычок. И корка. Корка. И сиг. Сиг обязательно. Слушай. Вот так. Да, и салат цветна. Слушай. Ну вот. Что же это выходит, Вась? Значит, вместе с женой мы зарабатываем 1500. И я тебе скажу, вроде скромно живем. Не транжирим. Не... Да, что же мы с тобой, горяченького не заказали? Товарищ офицер. Одну минуточку. Слушаю. Из горяченького, будьте любезны, сделайте нам так. Значит, сделайте нам лангет. Лангет. Так. Сделайте нам вы судачок фри. Судачок фри. Так и сделайте вы нам котлеты по-киевски. Слушай. Вот так вот. А фрукты будете заказывать? А как же. А кофе? Обязательно. И коньячок юбилейный 5 звездочек. Самый дорогой? А я другого не пью. Слушай. Ну вот. Значит, что же это получается, Вася? Вот каждый день сижу я вот в этом ресторане и думаю, куда деньги уходят? Ну? Ну, веришь ты, вот иногда дома даже на масло не хватает. Кстати, товарищ официант, маслицы 2 порции. Я вот жену ругаю. А что? Экономить надо. Не можем мы, понимаешь, позволить там что-нибудь такое себе особенное. Правильно, нет? Да, что же мы с тобой без музыки сидим? А? Товарищ маэстро, держи 20 рублей. Будь любезен, сделай должение. А, тонкую рябину для души. Ах.
хорошо. Обожаю. Ниночка, разрешите? Бодочок, давайте. Бодочок, и корочка. Водочка, налить? Пожалуйста. Прошу вас. Ну, будь здоров, дорогой. Будь здоров. Хороша водочка. Вот так вот. Еле сводишь концы с концами. Товарищ официант, повторите, пожалуйста.